Также за сутки подавлено 8 украинских взводов РСЗО «Град» и 6 артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровская, Водяное, Тоненькая, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В результате высокоточного удара в городе Харьков... Serangan senjata presisi tinggi. Militer Rusia di wilayah Kharkov berhasil menghancurkan 2 peluncur roket HIMAR milik Amerika. Akibat serangan tersebut, 53 prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing gugur. Hal itu disampaikan oleh Kemenhan Rusia lewat akun Telegram resminya pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Pasukan Dirgantara Rusia juga berhasil menghancurkan benteng Brigade Mekanis ke-92, 200 prajurit gugur, dan 7 kendaraan lapis baja dihancurkan. Pasukan rudal dan artileri terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Serangan terus menerus. Itu berhasil menghancurkan 2 gudang amunisi di daerah pemukiman Seves dan Kaleniki. 8 peleton peluncur roket Grad dan 6 peleton artileri serta mortir berhasil ditekan di wilayah Ukraina. Центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники вооруженных сил Украины в районе города Никополь и Петровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальний Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун». В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманская Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея вооруженных сил Украины. Также за сутки подавлено 8 украинских взводов РСЗО «Град» и 6 артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровская, Водяное, Тоненькая, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красная, Андреевка, заводы Вернополье и Изюм Харьковской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитно-ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники.